Я закончила процедуру. Посмотрите, все вокруг меня в барьерной защите. Все вокруг меня условно опылено гепатитом и прочей дрянью. Смотрите, я разворачиваю машинку теми же самыми перчатками, в которых работала. Я нашла вот кончик. Я разворачиваю ее, стараясь не трогать саму машинку. Достаю модуль, его я утилизирую отдельно. И вот у меня машинка. То есть здесь я могу перчатки снять и уже не дотрагиваться до оборудования рукой, которая у меня в перчатке. Также точно я снимаю вторую перчатку, кладу на стол. Стол я, в принципе, во время работы не трогаю, потому что мое рабочее место – это вот кушетка. Это раствор для обработки поверхностей металлических. Он загрязненных кровью, датчиков УЗИ, медицинского оборудования, приборов, квезов, новорожденных, кроваток, мониторов. Короче, это жидкость, которой убить можно человека, наверное, даже, если что. Обильно заливаю аппарат. То есть я прям, смотрите, лужи. У меня аппарат весь в нем. Экспозиция 15 минут минимум. Смотрите, у меня она струйно наносится. А если ее поставить на распылитель, то она становится... не работает сейчас. Уна, секунда. Облика, мораль. Она умеет пшикать? Так, а вот... Ты отойди, не дыши. Короче, если эту жидкость вот так распылить облаком и в нее войти, и, допустим, она попадет в дыхательные пути или в глаза, то на глазах у вас может случиться с глазами ожог роговицы. То есть она настолько могучая, что наносите ее струйно. Вот это место у меня замочено, в воздухе у меня не летает, не летают частицы этой жидкости. Я собираю одноразовые вот эти расходники. Это уже я делаю без перчаток, выбрасываю их в мусорку и также обрабатываю, распыляю на всю поверхность кушетки, которая у нас, она замотана пленкой, чтобы как бы не пачкалась сам дермантин и не оставалось следов. Как бы все, у меня сейчас все, чего я могла даже нечаянно дотронуться во время процедуры, обработано. И через 15 минут я все это протру насухо и снова все я закрою барьерной защитой перед следующим клиентом. Вот так как бы правильно обрабатывать. Вот хотя бы так, если будете соблюдать, у вас не будет проблем, у ваших клиентов тоже не будет проблем. Всем спасибо, всем пока. А я пошла лечить глаза, да?